Снова доброе утро. Как всегда, по будням в этот ранний час программа «Новый день» спешит на помощь. Если столкнулись с каким-то неразрешимым вопросом или сложной ситуацией, разрешение которых требует обращения к какому-нибудь эксперту, но вы не знаете, к кому обратиться, обращайтесь к нам, мы знаем, мы с удовольствием поможем. Наши контакты прежние. Утро@рифей.ру – это электронная почта, и 2-630-300 – это номер телефона, звонок бесплатный. Следуйте инструкциям автоинформатора, и вопрос обязательно к нам попадет. Будем разбираться вместе, обращайтесь, если возникает затруднение. Нередко к нам приходит сообщение о добрососедских отношениях. Это хорошо, если с соседями дружеские отношения, но, увы, так бывает не всегда. И вот в рубрику «По вашим письмам» пришло сообщение. Можно ли выселить из квартиры гражданина, собственника жилого помещения, если он систематически нарушает права соседей в доме? На этот вопрос мы попросили ответить Наталью Киладзе, эксперта компании «Телеком Плюс». Права и обязанности собственника жилого помещения закреплены в Жилищном кодексе Российской Федерации. В частности, собственник обязан соблюдать права и законные интересы своих соседей. Если права и интересы соседей систематически нарушаются, то можно подать жалобу в администрацию своего района. В соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация района предупредит собственника квартиры о необходимости устранить нарушение. Если нарушения будут продолжаться, администрация вправе обратиться в суд с требованием о продаже такого жилого помещения с публичных торгов. В этом случае собственнику квартиры будут выплачены полученные от продажи средства за вычетом судебных расходов.